Дополнительная поддержка фермерам. Правительство начало переговоры о подписании соглашения с Россией о безвозмездной финансовой помощи в размере около 3 миллионов евро. Деньги предназначены для молдавских земледельцев, понесших убытки из-за засухи и пандемии. Между тем, Кабмин принял решение увеличить на 24 миллиона леев сумму в 300 миллионов, выделенную дополнительно Национальному фонду развития агросектора и сельской местности для еще 250 сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи в этом году. Финансовая помощь – первая часть поддержки, согласованной президентами двух стран. Молдавский премьер поблагодарил российских партнеров за то, что они приняли просьбу Молдовы. Есть у нас аккорд между Министерством финансов Республики Молдова и Федерации Руси, привинта лукаря целый грант, целый суппорт финансиар, агреат купатия Руси, кучевать им пунгурма, пентру аккорда суппорт суплементар агрикультурилор din Republica Moldova în condițiile acestui an cu secetă severă. Este necesar de aprobat acest acord pentru ca partea rusă să poată debursa cei circa 3 milioane de euro, astfel încât acest grant, acest suport să poată fi repartizat agricultorilor care au avut de suferit în urma secetei. Деньги предназначены для частичного покрытия убытков при уборке зерновых второй группы. Noi avem deja un draft al regulamentului pentru repartizarea acestor mijloace financiare îndată ce ajung pe contul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, ei vor fi repartizați deja pentru producătorii care au suferit, în special pentru culturile de grupa a doua. В то же время Кабмин решил увеличить размер компенсации за зерновые первой группы после того, как по объективным причинам и ошибкам, допущенным представителями местных властей, около 250 фермеров не смогли получить эти компенсации. Кауза unor birocrații în autoritățile publice locale, ele nu au ajuns la AIPA, la minister, și nu au primit acești 250 de agenți economici, acel suport pe care noi l-am alocat în măsură de 1500 de lei la hectar pentru pierderile aferente grupei 1 de cereale. Compensația за гектар озимой пшеницы составляет 1500 леев, ячменя озимого на 30 леев больше, рапса 2100 леев, пересеянной земли 1620, садов 3800, овощей 2000, винограда 3000. В этом году впервые размер фонда сельхозсубсидий превысил 1 миллиард 200 миллионов леев.